Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. В эфире «Beauty Time». Всем здравствуйте. Ближайшие 20 минут о жизни в самом красивом ее проявлении. Любой модный макияж начинается со здорового цвета лица. Оттенки теней, румян и помад – это, можно сказать, завершающий этап подготовки к новому модному сезону. Как правильно организовать все профессиональные косметические мероприятия, смотрите в самом начале выпуска. Обычно о тенденциях сезона мы говорим в контексте моды, но, несмотря на это, они существуют также и в других сферах бьюти-индустрии, в частности, в косметологии. Актуальными в последнее время являются естественность, индивидуальность, безопасность и системный подход в работе с косметологом. Женщины, клиенты, которые приходят, предъявляют к нам такие требования, что мы хотим выглядеть естественно, молодо. Ну, огромные возможности косметологических процедур, что это можно сделать. И без пластики выглядит достаточно эффектно. Начнем с биоревитализации, пожалуй, наиболее популярной процедуры восстановления. Это хит всех процедур. Своим качеством и вообще востребованностью. На сегодняшний день люди уходят от более плотных и постоянных препаратов, которые вводили раньше. Гиалуроновые кислоты не вызывают осложнений. На сегодняшний день они настолько модифицированы и напитаны, скажем так, пептидами и витаминами, что мгновенное сияние кожи происходит. Результаты мгновенные. Еще одна тенденция – профессиональный уход не только за лицом, но и другими участками кожи, которые выдают возраст. Осенью мы заметили тенденцию, что у нас идет спрос на мезотерапию рук, потому как особое и очень глубокое и тщательное внимание мы всегда и женщины отдаем омоложению лица, мы забываем иногда про шею и про руки. Очень актуально. Что касается пилинга, в последнее время, благодаря применению современных препаратов, эти процедуры становятся менее травматичными, а также перестают быть привязаны к определенному сезону. Сейчас мы отходим от деструктивных пилингов, которые влекут за собой очень большой реабилитационный период. Сейчас появились пилинги, которые можно делать и до отпуска, и после отпуска. И не бояться, что появится травматичная пигментация, что происходит после химических серьезных глубоких пилингов. Теперь об инновациях. Своего рода альтернативой уколам становится разработка российских ученых методика пресс-лифтинг. Там насадка, которая содержит 140 наноигл. Это насадки особой заточки, иголочки аюрведические. Делая проходы по коже лица, мы создаем туннели. По этим туннелькам идет подъем наших собственных стволовых клеток, которые начинают оживляться, и когда мы вводим препарат руками, начинают эти стволовые клеточки подниматься, потому что они начинают впитывать этот концентрат. Пресс-лифтингом можно обрабатывать очень деликатные зоны, они не оставляют никаких также следов, ничего. Изучая новинки косметологии, также стоит решить вопрос об эффективном домашнем уходе и о сезонной смене цветовой гаммы декоративной косметики. Так как загар уже сошел, разрешается немножко плотнее тон и пудра. Помады лидируют также бежевые и нюдовые цвета. Красный цвет помады перемещается в сторону бордо. Коричневые темные цвета красивые. И я считаю, что сейчас самый актуальный цвет – это цвет какао. Ухоженная внешность – процесс непрерывный. Но все попытки стать моложе и привлекательнее более эффективны, если отслеживать все новинки и разбираться в вопросах. По числу местных дизайнеров, которые выпускают одежду небольшими тиражами, наш город может сравниться с соседним Екатеринбургом, где в последние годы наблюдается самый настоящий модный бум. Познакомиться ближе с локальной модой, узнать о тенденциях, ну и, возможно, пополнить свои коллекции, челябинцам предложили в рамках маркета под названием «ФИБ».
Все то, к чему можно сделать приставку дизайнерская или нишевая, часто доступно узкому кругу людей. С этим положением вещей не захотели мириться организаторы первого в Челябинске маркета дизайнерской одежды «Кип». Fashion inspired by beauty, мода, вдохновленная красотой. Кип – это площадка, которая именно позиционируется с точки зрения высокой моды. С точки зрения дизайна, индивидуальности, мы хотим показать всем жителям нашего города то, что дизайнерская одежда, она может быть доступной. То, что у нас в городе на самом деле очень много дизайнеров, которые могут предложить интересные вещи. Сегодня здесь те, кто любит дизайнерскую одежду и модные события, а также те, кто хочет найти альтернативу масс-маркет брендам. К масс-маркету вообще отношение сейчас очень сильно, конечно, изменилось. Потому что качество, ужасное, цены высокие. Очень редко прибегаем к покупкам. У меня дочь подросткового возраста, ей в школу берем. Есть такая тенденция, что у вас маркет сейчас совсем не хочет одеваться. Все такое неинтересное, одинаковое. А здесь прям можно разгуляться. Сегодня в модном мире правят стилисты. К ним прислушиваются дизайнеры, байеры и, конечно, обычные покупатели. И потому на маркете FIP не обошлось без их помощи. 18 стилистов занимались составлением актуальных луков в режиме нон-стоп. Все хотят что-то особенное, дизайнерскую вещь, но боятся ее сочетать в своем гардеробе с чем-то. Или боятся, что купят ее и нищим будет ее просто одеть, будет лежать в шкафу. Поэтому мы привлекли нашу армию стилистов. Постепенно, я надеюсь, что у нас войдет это в какую-то привычку, что ходить по магазинам нужно с помощником квалифицированным. Вот каким являются наши стилисты. Маркет представил дизайнеров самых разных направлений. От повседневной до вечерней свадебной моды. Свои мастхэвы для наступившего сезона мы предложили выбрать стилистам проекта. Очень нравятся какие-то вот такие вот решения в стиле поп-арт, которые сейчас очень актуальны. Всегда сложно выбрать что-то одно из такого многообразия, но вот одно из немногих удачных платьев и базовых. Обычно это очень сложно найти. Здесь правильный силуэт, очень красивый цвет, правильный рукав, правильная длина. Оно в меру дизайнерское. Мне очень нравятся вещи, достаточно, казалось бы, простые на первый взгляд, не только лишь на первый взгляд, и совмещать их с чем-либо. Вот. Достаточно, например, вот я приготовила вам показать абсолютно простой, казалось бы, верхний из разряда верхней одежды. Он безрукавый жилет, он абсолютно, на сегодня, по сути дела, эта вещь легко носится, так как и с кожаной курткой. Как и, собственно говоря, с кожаным платьем, который у нас находится внизу. Эту рубашку все сочетают и лаконичность, и романтизм, и такие современные направления, как тот же футуризм. Еще обратите внимание на конструктивную особенность. То есть отсутствует полочка, то есть горизонтальная линия, которая сразу бы нам отрезала бы рост. А дизайнер упростил это изделие, и таким образом вы сразу подчеркиваете свой рост. То есть для обладательниц девушек невысокого роста это будет отличное спасение. Ни одно модное событие не может обойтись без показа на подиуме. Все же даже опытному взгляду необходим лук в варианте 3D. Одна из коллекций, представленных публике, была в бельевом стиле. Это направление как никогда популярно. История с бархатом началась год назад, когда я выпустила первую мини-коллекцию. Я сразу две цели, можно сказать, убила. Это и пижамная вечеринка дома, какой-то уютный там сбор на даче, как это принято на Новый год, да, у нас собираться. Либо это какое-то мероприятие большое, там, пафосное, на каблуках, с макияжем. Но бархат начали спрашивать прям каждый месяц, каждую неделю, каждый день. И мне пришлось эту нить дотягивать до конца, поэтому бархат до сих пор есть в моих коллекциях. Я стараюсь научить людей миксовать бархат, потому что, мне кажется, со времен наших бабушек, когда вот эта вот была тема бархатная, его носили, и оно считалось немножко материалом из советского времени, просто устаревшим. Но сейчас уже второй сезон на подиуме коллекции из бархата, в том числе почти у каждого дизайнера есть бархатная пижама. Вот, поэтому, в общем-то, это не страшно, это классно, надо носить.
Под занавес всех гостей маркета ожидала не менее стильная музыкальная программа от Виктории Кривозуповой и группы «Физика». Впечатление, ровно как и обновок, в этот день получили все по максимуму. Вот что значит в полном смысле на шопинг, как на праздник. Мы те, кто отказывается от сна в пользу завтрака для своей семьи. Те, кто способны владеть семейным бюджетом. Те, кто сворачивает в бизнесе горы, но не забывает о самом главном. Те, кто решает забыть негативный опыт и довериться надежным специалистам. И не желает экспериментировать со своим здоровьем. Выбирай ДНК-клинику. Эксперта женского здоровья. Челябинск, 211-0303. Тайвай. Все виды тайского и балийского массажа в премиум-формате. Территория тайского спа «Тайвай», Российская, 206. Телефон 223-23-20. Подробное описание спа-программ ищите на сайте taiwai.rf. Итальянская одежда «Елена Миро» с расширенным размерным рядом. Уже сейчас скидки до 20% на новую коллекцию. «Елена Миро», проспект Ленина, 65. Клиника лазерной хирургии и косметологии «Диплекс». Легендарная клиника, где меняются судьбы. Информационный портал доктора Диплекса «Моя-новая-жизнь.рф». Это «Beauty Time» – программа о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. В начале прошлого века идеи «Шанель» казались смелыми и экстравагантными. Спустя десятилетия они перешли в разряд элегантной классики. Сегодня говорить о ДНК легендарного бренда хотелось бы вне каких-либо рамок и стереотипов. В первом решении строгую ахроматическую палитру дизайнеры решили подать в стиле смарт-кэжуал. Повседневно и не лишено роскоши. Возможность пренебречь предсказуемыми канонами позволяет включенный в образ шелковый топ в бельевом стиле, отороченный кружевом шантильи и жемчуг в артистических декорах. В составе твида присутствует шелк, за счет чего он выглядит более нежным и пластичным в сравнении с классическим шерстяным. Удивительное свойство твида в стиле «Шанель» в том, что подобный наряд можно повторить и в других цветовых сочетаниях, и это будет совсем другое настроение. Во втором решении более плотный твид участвует в сдержанном и собранном луке. Приталенный двубортный жакет дополнен классической кромкой бахромы в духе «Шанель». Цвет отложного мехового воротника дублирует принт «Горох» на юбке из крепатласа. Цвет меха, как, впрочем, и принт, вариативны в зависимости от преследуемых целей. А для более прохладной погоды шелк можно заменить на джерси. Это, кстати, тоже один из излюбленных материалов Коко. Стиль «Шанель» можно также трактовать в коктейльном и даже клубном варианте. Топ из шелка свободного кроя со стилизованным украшением из кружева и атласной ленты. Крупные цветы на принте верха удачно дополняет более мелкая клетка на твидовой юбке, которая в вечернем варианте приобрела двухъярусность. Для повседневной альтернативы образа можно выбрать не менее эффектные цветочные мотивы, но в более приглушенной гамме. Все, что предложили сегодня дизайнеры, выходит далеко за рамки консервативного. А все потому, что идеи легендарной мадмуазель современная мода может трактовать в самых разных стилях. От драматического и артистического кэжуал до линджери или спортшика. Конкурс красоты и профессионального мастерства «Мисс Полиция» по традиции состоится в ноябре, накануне Дня полиции. А в настоящий момент уже полным ходом идет подготовка. За ее ходом следит программа «Beauty Time». Их служба и опасна, и трудна. Но несмотря на такую тяжелую профессию, женщины-полицейские не лишены обаяния, представить которое становится возможным на конкурсе красоты и профессионального мастерства «Мисс Полиция». Обычно подготовка начинается за несколько месяцев до финального шоу. Обязательным мероприятием традиционно является фотосессия.
Сейчас в нашей студии проходит фотосессия. Наша цель – создать картинку мирового уровня. Девчонок мы представляем в той коллекции, которая будет в финале. Из этой фотосессии будет сделана фотовыставка, которую гости конкурса могут увидеть прямо в фойе, когда придут на наше мероприятие. Работа на съемочной площадке – коллективное творчество. Очень важны взаимодействия фотографа, визажиста и, конечно же, самих участниц. Определили общее направление, увидели коллекцию, увидели девушек, сопоставили образы коллекции и образы девушек, наложили друг на друга и, скажем так, создали вот этот волшебный итог, который у нас сегодня получится, и я думаю, что вы даже частично его увидите. Для меня это, наверное, все-таки какое-то саморазвитие, то есть ради собственного интереса. Нас здесь делают более женственными. Ну, в первую очередь я хочу раскрыть себя. Конкурсанткам предстоит не только поразить жюри своими талантами, но и обойти соперниц в профессиональных знаниях и навыках, в том числе боевой подготовке. У них будет внутреннее соревнование по стрельбе. Будут стрелять из пистолета, и это будет один из тоже важных показателей при отборе победительницы. Она должна быть не только красивой, но и смелой, уверенной в себе и профессионально очень подготовленной. Женщина всегда остается женщиной. Эту мысль подтверждают подобные конкурсы. А кто из участниц «Мисс Полиция 2016» проявит себя лучше остальных, станет известно 6 ноября. Вы смотрите программу «Beauty Time». Продолжаем выпуск. Быть оригинальной и стильной часто мы можем лишь до того момента, пока не надели верхнюю одежду. Ее, как стилеобразующий элемент, часто игнорируют. А ведь яркое и активное пальто может быть универсальным и дополнять не только уйму оттенков основного гардероба, но и каждую минуту поддерживать планку экстравагантности. Дизайнеры настоятельно уже не первый сезон рекомендуют не подчеркивать талию, а выбирать модели просторные. С точки зрения практичности, такие модели оверсайз удобны еще и тем, что под них можно надеть все что угодно, будь то деловой костюм, объемный джемпер или вечернее платье. Идея для тех, кто не хочет расставаться с этим предметом одежды в холодную зиму – пальто-кардиганы или актуальные жилеты. Дополнительное утепление под пуховик или шубу, а в помещении невероятно стильный штрих. Для таких моделей лучше отдать предпочтение сложным меланжевым расцветкам, которые впоследствии легко впишутся в гардероб. Чтобы сегодня пальто не выглядело консервативно, его рекомендуют подавать креативно, с яркими ботинками или спортивной обувью. Прекрасные осенние ткани в Тессуре. Салон тканей Тессура на Тимирязева, 26. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Лариса Ренар снова в Челябинске. Творческая встреча с читателями состоится 1 ноября в Библиоглобусе ТРК «Фокус». А 2 ноября ждем вас на мастер-класс «Круг женской силы. Перезагрузка». Подробности по телефону 8-912-807-400 и 8-912-79-17-555. Мы те, кто способен сворачивать в бизнесе горы, но не забывает о самом главном и не желает экспериментировать со своим здоровьем. Выбирай ДНК-клинику, эксперта женского здоровья. Приглашаем на день открытых дверей по вопросам лечения бесплодия. Челябинск, 211-0303. Все сюжеты Beauty Time можно увидеть на сайте bt31tv.ru. А у меня все, до встречи. Программу представляет Дом эстетики и медицины «Формула». Наша специализация – снижение веса и уменьшение объемов тела. Запись на бесплатную диагностику. 211-50-30. Стилисты проекта. Модный дом «Я», имидж-студия Елены Ивановой, Lovely Stone by Анастасия Силина.